Новый балетный сезон открыт в Русском театре традиционным спектаклем «Имам Шамиль». Балет в двух действиях показал сцены из жизни имама во время борьбы горцев с царскими властями. Сопровождался спектакль музыка известного дагестанского композитора Мурада Кажлаева. Сценография заслуженного художника республики Ибрагим Халила Супьянова. А постановщиком балета выступил хореограф, заслуженный артист России Муса Аздоев. Люди не знали, как этот образ будет смотреться на сцене и как я подхожу к этому образу. И когда были на сдаче спектакля приглашены известные исторические деятели Дагестана, они сами подошли после показа, пожали руку и сказали, да, мы не ожидали, но образ получился. Тот, который мы бы хотели бы видеть на сцене. Стоит отметить также, что выступление прошло в рамках республиканского музыкального фестиваля «Живая классика. Звучит музыка дагестанских композиторов». Можно сказать, что это балет, который в репертуаре находится более 10 лет. И очень часто наши зрители посещают именно этот балет. Национальная специфика и, так сказать, и историческая такая подоплека, она дает возможность, значит, привлечь побольше зрителей, начиная со школы, вуза.